В МФ России опровергли информацию о срыве сроков строительства нового «Ясеня», сегодня сообщает РИА Новости. Многоцелевую атомную подлодку «Казань» проекта «Ясенем» сдадут в 2017 году, заявили в главном штабе военно-морского флота. Напомним, ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщила, что срок сдачи субмарины переносится на один год. В военном ведомстве пояснили, пока работа идет планово. Регулярно раз в три месяца проводится совещание. На Севмаше, в пресс-службе самого Севмаша заявили, цитирую, «Сейчас строительство АПЛ «Казань» ведется в соответствии с генеральными графиками. Севмаш делает все для того, чтобы лодка была передана флоту в срок в 2017 году».